Друзья, всем привет, с вами, как всегда, Алексей Крылов. Начинается прекраснейший вечер. Ветра сегодня нет, мы находимся в Хургаде. Отель, в котором мы живем, называется La Rosa Hotel. Сидим на балконе, едим клубнику. Дашу покусали комары, да? Сильно покусали? Один, сейчас помогу. Сегодня мы отправляемся на ужин. Короче, сейчас расскажу вам, что у нас тут за ужины. Сейчас помажем Дашу. Это египетское средство. Называется как? Каламель? Ну, местный каламель его называют. Как оно правильно пишет на упаковке каламил де. Угу. Это получается от всяких вкусов. И сколько оно стоит в аптеке? 8 фунтов стоит. 8 фунтов. То есть, короче, на доллар две такие бутылки можно купить. Так, что там происходит? А, это от комаров тут брызгают. Это видите, как травят комаров? Здесь, короче, слышите, орет постоянно сигнализация. Диана читала отзывы про отель, что месяц назад, да, читала? Была неисправная сигнализация до сих пор. Да. Вот так вот. Главное, чтобы она ночью не сработала, потому что, знаете, иногда работала. Я спал ночью. А? Работала. Ночью тоже работала? Под утро работала. Ничего себе. Я один раз ночью спал в одном, ну, это не в этом отеле, в каком-то отеле. В Мантилоне. Да, Мантилоне. У них такая штука была, но с пожарной. И она звенела, это жесть была. В 3 часа ночи как зазвенит. Это прям трындец. Она не заканчивалась, это просто быстренько. Это вообще, да. Вот, и мы, смотрите, сегодня планируем отправляться на ужин. К нам подходил, ну, то есть ходил тут парень, говорит, слушайте, тут за 2 бакса какой-то супер крутой ужин планируется в отеле. И я подумал, что бы не заплатить по 2 бакса. Дал он нам такой билетик, и мы сегодня пойдем на ужин. То есть обычно, знаете, они подходят, рассказывают, что супер ужин там, и надо заплатить где-то баксов 30, а тут он рассказывает, какой будет супер крутой ужин с морепродуктами, да, он сказал, Дин? А я не помню, какой. Сказал, гриль точно. Он гриль, какие-то кальмары, там, говорил, будет вообще прям супер круто. Все говорят, они просто говорят, шашлык будет. Говорит, 2 доллара. Да, столы накрывают. Да, там уже накрывают столы. И самое главное, что я говорю, слушайте, у нас ребенку 3 года. Говорю, за ребенка надо что-то платить? Не надо, говорит, и за ребенка тоже заплатили, вот. Получается, по 2 бакса с человека. Вот смотрите, кстати, семечки у них вот такие большие, белые. Они, почему? Я вот приезжаю сюда, и мне они очень нравятся, потому что они огромные. Они полосатые. Не полосатые, да. Они белые. Я сказал, белые, да? Да. Ладно. Ну, просто у нас они чисто черные. Вот. Ты со шкурками их ешь? Нет, не надо, я тебя нельзя. Буду Так, ну что, тут уже готовится вот это гриль-пати. Это сегодня наш ужин будет, смотрите. Что-то здесь будет такое вкусное, интересное. Что-то там готовят уже. Шашлычок. Горит. Столы расставили вокруг бассейна, но я так и не понял, тут может ходить кто захочет, либо никто захочет, потому что все столы, походу, принесли с этой, со столовой, там ничего не планируется. Поднялся чуть повыше, смотрите, как это выглядит сверху, вот. Ну, выглядит прикольно, здесь сцена, здесь будет проходить мероприятие, всякие национальные танцы будут. Официанты даже все чистенькие. Так, смотрите, получается, главный ресторан закрыт. Все столы снесли сюда. Мы уточнили, да, действительно, он закрыт. И ужин, получается, будет происходить здесь.
Но тут такая система, получается, что, по идее, это должен быть ужин бесплатный, но за вот это все нужно доплачивать 2 доллара. Короче, выбора нету. Вот так. Ну, это просто говорю для информации. Так, включили подсветочку еды. Думаю, может, пока еще нет очередей, я подсниму все, что дают сегодня на ужин. Смотрите, какая красота. Не знаю, самим можно накладывать, нельзя накладывать. Огромное количество всяких салатов. Так. Самое вкусное — это баклажаны здесь. Ну, как бы, в принципе, все такое стандартное. Мне вот, я уже повторюсь, мне нравится вот эта тахина их. То есть из баклажан вот эта паста и просто вот баклажаны. Они делают и как-то запекают, не знаю, что они с ними делают, но это прям очень круто. С чесноком. Это прям коронное блюдо. Потом, смотрите, выпечка египетская. Всякие булочки, бублики какие-то. Вот, но я такую выпечку не особо люблю. Я люблю, вот знаете, их вот эти лепешки, лаваши. Наверное, вот, вот типа такого что-то. Сейчас пройдемся. Так, что здесь такое есть? Это, видно, рыба. Это какой-то пирог. Еще все раскладывают. Да. Супер. Так, это рагу. Это рагу, да. Это картошка. Картошка. Это курица. А, курица. Курица. А здесь овощи на пару тоже. А там у нас рис. Сейчас еще его. И сюда еще что-то должны принести. Здесь готовится курица гриль. Самое главное, крутой вир, смотрите, из перьев птиц. Здесь еще сладкое. Сейчас, когда раскроют, я покажу все. Я просто сейчас пораньше подошел, потому что сейчас много людей набежит. Но видно, вот вкусненькое все. Смотрите, всякие десерты с орешками. В общем, сейчас откроют, посмотрим. У нас сегодня ужин с Дашиными подружками. Даш, расскажи, как зовут твоих подружек? Не запомнила? Ты уже 2 дня общаешься, а? Марьяна, Юля. Марьяна, Мария. Мария и Юля, да? Да. Вот, Даша с ними проводит у нас целый день. И даже вот ужинаем вместе. Повара еще несут какую-то вкуснятину. Сейчас буду еще показывать дальше. Это вот я показал, наверное, не всю еду, которая будет. Вот я так боюсь очередей, мне вот это потом сложно снимать, когда много людей там. Все-таки у меня работа непростая, видишь, сложная. Смотрите, официанты, получается, приносят... да, здесь не нужно ходить самому, здесь приносит официант. Получается, вот такая вот бумажные стаканчики. Многоразовой посуды нет. Это, наверное, связано с вирусом. Либо вот такие пластиковые, вот такая пластиковая посуда. Такие мне нравятся. А? Такие мне нравятся. Какая мне это? Мне нравятся такие пластиковые стаканчики. Тебе нравятся? Ну, такие, да. Ну, да. Они прочные и красивые. Ну, да. Есть просто такие, как самые такие, которые мнутся. В них неудобно. А это, да, красивые. В принципе, многие писали, что лучше пить здесь из такой посуды, чем из многоразовой. Нету. Так, вскрыли десерты. Сейчас посмотрим. О, тут еще донесли. Они ничего не донесли. Так. Давайте покажу десерты, пока они целые, пока тут красиво все. Ну. Так. Это вот всякие национальные вот эти штучки. Они, ну, это, в принципе, национальные десерты, я смотрю, в основном идут здесь. И фрукты. Бананы, финики. На гриле сегодня, смотрите, делают курицу. Но курица — это не для всех, наверное, это для бигбосса какого-то и люля-кебабы. Все, дали команду, можно набирать еду. Ну, короче, в принципе, все очень круто, все красиво здесь смотрится, но людей огромное количество, большие очереди. Вот, и
Надо подождать, пока они пройдут, наверное, и потом уже пойти что-то себе выбрать. Короче, в чем тут жесть? Я не знаю. Короче, здесь, получается, нельзя самому ничего брать. Все тебе накладывают. Ну, например, на салатах стоит только один человек, второй к нему подходит, помогает накладывать. И то есть очередь, смотрите, аж начинается отсюда вот, и она идет, идет, идет. Если бы люди сами себе брали, это было бы намного быстрее, но вот приходится ждать, пока тебе будет накладывать официант. А накладывает он вот салаты очень долго, вот. Поэтому, не знаю, часа пол, наверное, надо ждать, пока это все дело пройдет. Ну что, вот и мы встали в очередь. Так, ура, наконец-то к нам подходит наша очередь, потому что стояли мы долго и долго. И тут еще проблема заканчиваться тарелки. Пришлось взять тарелки для этих, для десертов. Ой, я смотрю, здесь и филе готовится, и люля-кебаб. Так, вот, тут еще появилось куриное филе. Спасибо. Спасибо. Все, сбоим. Мы это все дело выстояли. Принести тарелок. Все, приятного аппетита. Здесь еще по столам ходят музыканты. Сейчас, думаю, к нам подойдут. Сниму их поближе. Это для того, чтобы еда лучше усваивалась. Подходят к каждому столику и поют. Что нужно на чай дать, никто не даст. Видишь, он сразу говорит, давай на чай. Очередь исчезла. А мы никого не. Так, мы поужинали. Даша здесь сидит в холле, рисует. Пойдешь гулять в город, Даш? Нет. Тебя тут одну оставить? С девочками? Настал вечер. Но он уже давно настал. Мы вышли на улицу. Не, просто стемнело. Так, у нас сейчас цель пойти в аптеку. Ну, ужин как, тебе понравился? Ну, в принципе, он какой-то странный. Какой-то странный, да. Вначале была классная атмосфера, а потом вот эта очередь, это хаос. Да. Получается, как-то взял какую-то еду, лишь бы взять. В итоге, да. В общем, короче, впечатления не очень. Да, сути я не понял вот этого ужина. Как бы, да, все классно, но вот эта очередь все перебила. Вот такие дела. Так, мы сейчас идем в аптеку с Дианой. Даша осталась в отеле рисовать. Дороги здесь нужно перебегать. Так, ждем, пока будет какой-то просвет, чтобы перебежать дорогу. Так. Движение, конечно, вечером очень активное. Так. И никто не пропускает. Вообще машин очень много. Бежим. Все. Получилось.
Местные идут в тупую, водители останавливаются, а мы как бы, как порядочные люди, ждем просвет какой-то, чтобы перебежать. Но улица, видно, полная, ну как, ну не прям так полная, но рестораны есть прям забиты полностью стоят, есть наполовину стоят. То, что здесь прям пустота по вечерам на Шератоне, я бы вообще не сказал, то есть люди есть, да? И даже иностранцев много. Иностранцев реально очень много слышится этой английской речи. Ну и не только английской, просто их тут... Франция, Польша. Кто сейчас приезжает? Франция, Польша. Ну это то, кого я встречала здесь. У нас есть поляки. Вот, вчера французы видели в ресторане. Просто все эти страны были закрыты. Вот Египта или Египет от них, не знаю. А вот английская речь я не знаю. С Англии они приехали, они просто говорят на английском. Так, вот на этой улице находится аптека, в которую мы идем. Вот она, буковка А. А? А, называется Набил. Вот сейчас покажу название. Здесь прям фиксированы нормальные цены. Так, аптек очень много. Вот, но цены там они говорят, как сказать, по внешнему виду оценивают вас и говорят цену. Все, купили мы витамины, получается, здесь, смотрите, пишет на пачке, но это я уже тоже рассказывал 100 раз, но еще раз скажу. Получается, смотрите, пишет вот 10.50, он по такой цене продает, 10.50. Ну как, вот это вот 41.75, он сказал 42. Ну, округлил, то есть это не 42, просто в других аптеках они, я вижу, цена написана, а он мне говорит не 10.50, а 30 или 40, например, то есть завышает 3-4 раза цены. Вот так. Поэтому лучше. Есть еще другие тоже аптеки. Там Сензамоли есть, как она называется? Эльзаби, да, тоже? Да. Мы показывали. Там они цены, говорят, фиксированные. Есть. Просто да. Это надо смотреть на упаковке. Надо искать, есть, да. Цена написана, просто не на каждом лекарстве есть. И спрашивать цену, если оно совпадает, то можно брать. Да. А если завышают, то искать лучше другую. Ну, если много, надо взять, да. Ну. Зачем переплачивать 3-4 раза, если можно чуть пройтись и найти по нормальным ценам? Так, мы зашли в какую-то кофейню, которая находится возле нашего отеля. Мне она понравилась, потому что она в каком-то местном стиле. Тут одни местные сидят. Там есть у женщины, я часто беру кофе, но она далеко от нашего отеля, поскольку у нас там ребенок остался. Здесь, получается, запретили курить кальяны. Да, заведение называется, как оно тут? Вот, смотрите, пишет на арабском, пишет на английском Машрабия, Эль Машрабия. Вот, там написано. Вот, но тут одни местные сидят. Сейчас попьем кофеек. Я что-то всегда тут на ночь пью кофе. В Египте, кстати, очень классный сон. Я здесь и днем сплю, и вечером хорошо засыпаю. Смотрите, кофе здесь стоит 10 египетских фунтов, это 64 цента. А вот валюта в разных странах. Я вот сконвертировал тут. Вот. Думаю, всем понятно в национальной валюте, чтобы уже никто в голове не конвертировал. Так, принести кофеек, смотрите. Теперь мне вылили из турки. О, все. Чокран. Да. В общем, в арабских странах кофе готовят очень круто. Вот. Я прям, ну, вот кто любит кофе, прям, просто, я не знаю, зайдите вот в какую-то местную кафешку. Иногда бывает не очень кафешка приготовят, но там зайдите в 2-3 на протяжении отдыха, и прям очень классно, просите именно вот, чтобы в турке готовили, очень классно. Попили кофеек, вот это заведение выглядит как издалека. Короче, когда заходили, кофе стоило 10, когда уходили... Оно стоило уже 13, вот так. 12, а? 12. Ну, а дал он сдачу 17, ой, 7, вот так. Короче, пока мы сидели, цена кофе выросла, вот такое вот. Ну, в принципе, это мелочи как бы, поэтому я на это не обращаю внимания. Вот так вот. Все, мы возвращаемся в наш отель, сейчас как раз должна быть мини-диско. А? Танец, ну, живота и так далее. А, не будет мини-диска сегодня? Я просто иду. 8.30. А, 8. А, танец живота там, да. Даша здесь гоняет на самокате. Пойдем смотреть танец живота.
Ну что, вернулись мы домой. Показал вам ужин, показал коротко вечернюю программу. Что ты скажешь по этому поводу? Мне понравились фаерщики. Фаерщики вообще суперские. Я каждый раз думаю, что ну все, фаер-шоу так фаер-шоу, ничем не удивить. И каждый раз удивляюсь чему-то новому. Тут просто мальчик, ему лет 10, наверное. Сказали, самый молодой фаерщик в Фургаде, да? Да. Получается, но он уже такое творит вообще. И они в паре, то есть так классно. Даш, там, особенно в конце ты просто не снимал, как они огнем это самое выдували огонь. Да. Вообще очень. Да не одновременно, причем, ну, это мега. Я не знаю, как это надо видеть только. Даш, а тебе что понравилось, скажи? Даша тут играется, у нее тут такая кухня переносная есть. Ой, прости, чуть не поломал. Что тебе понравилось? Даша играла с девочками. И самый печальный момент, когда нужно расставаться и идти спать. Да. Все, будем заканчивать это коротенькое видео. Повторяю, что мы пока что живем в отеле La Rosa Hotel, который находится в Хургаде. Хургад – это Египет. Вот. Показал ужин и как тут немножко показал шоу-программы. Ну, в принципе, сделано круто. Вот. Вот так вот. Ну, ужин, как сказать, обычный. Такой местный, больше как местная еда вот здесь вот преобладает. Вот. На этой прекрасной ноте заканчиваю видео. Всем счастья, здоровья, всего самого хорошего. И самое главное, путешествуйте. Всем пока. Обязательно подписывайтесь на канал. Пока.